Отец, настало время. Прославь Твоего Сына, чтобы Сын Твой мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога.